Всем привет, с вами Демон Сталкер и добро пожаловать на игровое шоу по игре Software Inc. И как вы заметили, мы сразу же продолжаем играть. Ну, обычно я после, как запишу видео, тоже поиграю, но мы продолжаем играть. Вот так. Мы остановились на том, что мы продали аудиоинструмент. Теперь мы начнем разрабатывать игровой движок. Она сразу тоже сделаем его, когда что еще добавилось. Интересно. А, мы его добавим. Игровой движок. Операционную систему добавим все же. Новые. Ты успели сделать. Пока мы делали то, успели еще две операционные системы сделать. Две разных компании. Причем у обоих практически одинаково. Интересно, так ощущение, что это одна компания. Этого, конечно, не может быть, наверное. Да, добавим. А мы на них денежки заработаем. Понимаете? Какая фишка? Мы на них заработаем денежки. Что у нас появилось? А, текстовый. Подождите, подождите. Это игровой движок текстовый. А почему? А если убрать консоль. Так, если мою убрать. Интересно. Ага. Когда да, нету смысла, хотя текстовые игры можно пописать, в принципе, когда нет смысла. Ну, сделаем вам так, текстовые игры будем писать, значит. Предыдущий движок получается и лучше. Оригинал возьмем Games Tools. Назовем его Text Games Tools. То есть он текстовый. То есть там график не 2D, а там какая-то примитивная. Ну, год еще 84. Так, ну ладно. Просто мы на них, на всех операционных систем сделаем денег. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Вот никакой. Ну, ладно, посмотрим. Посмотрим.
Что такое все? Маркетинг слабый. Сейчас посмотрим. Все. Канал Вечность, персона Стелла. Ничего, нормально. На подходе игровой движок. Посмотрим, как он принесет. Нам надо компанию расширять. Заработать чуть побольше сейчас денег и все-таки нанять людей и расширить компанию. Еще хотя бы у нас еще пять человек нужно для начала. И маркетинг еще хотя бы человека 2. Ну еще от аудиоинструмента еще какая-то прибыль идет. Так, интересно, у нас айтишник есть, да? 4. Две уборщицы. Айтишник, так. Ну ладно, сейчас посмотрим, как игровой движок следующий продаст. Ну, можно маркетинг там остановить. Так, ну, по радио тоже пускай сыграет маркетинг. Запускаем кампанию. И давайте, ладно. Так, стимул, так. Игру сразу сделаем. Игровой движок. Не знаю, посмотрим, давай с этого пока посмотрим.
Если. Не понял, а. Так, а если... Все равно. Текста там же 2D был, а это потому что муж может... А есть вот этот инструмент и да, все равно непонятно, там же ясно. Интересно, почему так? Я же GameStop сделал 2D ринг. Так. Ладно, когда делаем вот это уже более как современное. И добавляем. Операционная система. Которые были. Делаем RPG. SMO. Симулятор, он 53. Например, симулятор. Консоль, ну, например, пускай будет. Опережает времени. Ладно. Так. Симулятор какой-нибудь там аэро, ну аэро, воздух. Пять человек, все правильно. Стоимость лицензии 0. Разработка. Так, маркетинг. Пускаем компанию. Прибыль на игровом движке никакая. Останавливаем, а что делать? Вот такие казусы бывают. It does games tools justice. Ну я подразумеваю там
Вообще полный заяц. Качество выдающее, популярность незначительна. Прибыль не очень. О, да. Посмотрим, как игра покажется. Начинаю терять денежки. По 30 000. Так, это все не закрыть, да? Требуем по... Ну да. Я даже не знаю, а если не примешь, что они? Вот тут сработает. Зачем это надо? Нам нужна лучшая операционная система. Но это пока не сделаешь, пока... Да, маркетинг. Не знаю, давайте по радио попробуем. Вот что я... Маркетинг. Даже не знаю, что делать дальше. Так. А теперь консоль новую выпустили, да?
Отлично, популярно. Надо было не все смотреть и выбирать самые прибыльные. Вот это. Так, а давайте сделаем визуальный инструмент для консоли. Причем лучше консоли. Двух лучших консолей взял инструмент. Так, например, консоль. LDP типа. Вот, для консоли это вообще будет шикарно. Так. Потом аудиоинструмент сделаем на этой же базе. А иначе мы вообще правда ставим банкротом. Игра, фу ты, слава богу, более-менее нормально продается. Где там еще в газете написали? Ну, может, за счет консоли она. Прибыл, ну ладно. Отключим-ка маркетинг. Так. Когда так по радио, да, пускай играет. Так, маркетинг. Теперь это аудиоинструмент, визуальный инструмент.
Оригинал. Так. Вот эту. И вот эту. Так. 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 Как бы назвать-то? Ну ладно, так. Консоль. Консоль, ладно. Теперь. Так. Разработка. Да, конечно, маркет, пускай по сети. Распространяем. Посмотрим. Не особо, но уже лучше визуальный инструмент для консоли продается. Уже лучше. Вот. Это интересно. А теперь ниже прибыль. Может, потому что реклам не было. Так, маркетинг. Так, отдельный. Сделаем игровой движок. Добавим. Даже скрипты появились. Там. Так, консоль. Games. Tools. Оригинал. Text Games Tools. Это долго будет разрабатываться, так как нужно 6 человек, а у нас в команде 5 человек. Маркетинг.
Скай тоже, конечно. Хотя бы до сети. Так, и нам надо все-таки. Все-таки нанимать людей. Вот так. О, куда я засадил? Так, а давайте сначала поставим. Так, вот здесь лифты работают. Более-менее. Так. Специально лифтовая комната. Там здесь... Так, вот здесь сделаем коридор. Так. Это у нас будет туалет. Пошли в кабинеты. Так, сколько можно будет сделать? Раз, два, три. Угу. Раз. Я случайно. Три. Четыре. И вот пять. Так. Раз, два, три. Да, уже считать не обязательно. Да, и из лифтового холла тоже здесь дверь. Так.
Поставим. Так. Систему воздуха. Здесь уже не получится, ну его. Ну и ладно. Хотя можно удалить окошко одно и вот это поставить. Людям обогреватели нужны. Ну ладно, как-то некрасиво. Вот так. Здесь. В двух местах. Так. Чтоб они вниз не ходили. Для них то же самое сделаем. Ну так. А, теперь самое главное, на чем сидеть. Так, в коридор еще можно. А еще. Блин, ну не сюда. Вот сюда. Так. Теперь на стены. Кабинета, чтобы было. И в лифтовую. Ну и так, теперь. Три человека, так, да. Маркетинг. А, стулья, да, забыл.
Ну и только что уже забыл. Так, чё? Маркетинг, так, теперь раз, два, три, четыре, пять. Разработчик. Так. Так, а теперь мы наймем. Сначала давайте наймем маркетологов. Это проще всего. Нанять персонал. Будем искать лидера. Вот маркетолога. Нет, это здесь больше лидер, чем этот. Когда не так. Это потом сделаем одного лидера точно. Нанять персонал, маркетолога. Нам надо еще 3 человека. Так, возраст. Какой-то он старый. Так он долго не проработает. Так. Вот. Раз. Остальные как-то тоже поменялись. Три. Так, управление командами. 4 человека.
Так. Управление, так, команда. Команда. Туникс больше. Больше лидер. Так. Ну, отлично. Похоже, маркетолог. Лидерство меньше, маркетолог не очень. Ну, выбор очевиден. Выбор очевиден. Видите, выбор очевиден. Ну это я, а у тех разработчиков я лидер. Так. Нам надо... Пять человек нанять. Больше всего нам нужно художники. Так, ищем двоих художников. Ну. Так, художник. Художник 3D. В принципе, наймем. Так, что он написал? Работа над дизайном подходит для данной работы, поэтому выпуск программы может задержаться, а также испортится дизайн. Вот это очень тоже интересно, вообще-то в новом. Так, еще хорошие. Ну, еще он... Наймем. Так, теперь нам нужен программер. Какой нам программер? Программер. 3D, Network. Скоро понадобится стаж. Ну, по данным, не очень. Дальше продолжим. Так, остальные уже старые. Так. Какие-то нет. Программер. Когда можешь с нетворком что-нибудь. Если уже появилось, значит скоро уже понадобится. С
Steam 3D, что здесь аудио? Наймем. Так. Еще один программер. Когда уже 3D Network System 3D. Все-таки поищем. Во! Это хорошо. И одно. Как все, дизайнер. Нам надо отличного дизайнера. Какого лучше всего там? 3D или Network? Давайте опять основываться на Network. Просто нам надо хорошего дизайна. Итак, еще поищем. В принципе, пригодность, руководство, усердие. Ну ладно, пускай будет, в принципе, неплохой дизайнер. Так, и продолжаем. Они прибудут на следующий день. Стоп. Да, чуть не забыл. А если здесь еще не хватает. Так. А будет ли здесь парковка, интересно? И нужно обязательно, чтоб дорога была. Вот это интересно. Чтоб была дорога. Посмотрим. Ну, вроде встает. Что у нас на втором этаже работает, да, люди? Работа. Аудио, конечно, не очень, да, продается.
Ну, уже маркетинг лучше работает. Вон выше продалась. Эти разработчики должны быстро работать. В принципе, здесь можно остановить прибыль. Ну, уже такие побольше, такие заказы. За 4000 надо принять, я думаю. Потом тоже остановим маркетинг. Здесь человек очень долго делает. Там положено 6, но очень долго делает. Так как они еще менее. Система, вот система появилась, вот надо было побольше на систему в следующий раз. А, что у нас еще разрабатывается? Давайте быстрее. Все, выдающееся качество можно. Так, она рисует.
Поэтому выпуск программы может задержаться. Похоже, вот это тоже влияет что-то. Так, а чё, я маркетинг убрал, что ли? Похоже, дело не заметил, как отнажал. Интересно, как там дальше по мне развиваться? Сейчас, секундочку, допустим. Допустим, например, туда. Ну так дальше пойдешь. Или на другом участке будет. Непонятно, ладно. Потом разберемся, когда время придет. Так, пока долг разрабатывается, очень мы теряем денежки. Еле-еле идет. Ну ладно, это потом. Это уже я сам, может, поиграю, посмотрим. Ну, на этом я хочу сказать всем спасибо. Не забываем ставить лайки, подписываться на новые видео. Всем удачи и пока.